Так, для начала надо поставить лайк. Ма, смотри, он говорит, надо поставить лайк. Это только для начала, Женечка. А что потом? А потом? Ма, тебе, короче, суп с котом. А потом, говорит, друзья, подписывайтесь на канал. Это очень-очень важно. Дорожки, и важно, чтобы вы нажали на колокольчик, потому что это тоже важно. Это тоже важно. И еще очень важно. У нас сегодня день важности. И еще важно, ба, вопросик дня. У нас сегодня серия про мультяшного кота. Как зовут вашего кота, если он у вас есть? Ма, у меня есть, короче, это, два кота во дворе живут. Ма, короче, это, ну, ма и так знает, короче, друзья, вам рассказываю. Короче, одного зовут, короче, Черный, другого Кира. Кира и Черный. Черный, знаете почему? Потому что он черный. А почему он его зовут Черный? Ма, потому что он черный. А почему Киру не зовут, например, по цветному? Не знаю, он тоже черный, но чтобы два черных же не будет. Черный один, черный два, все ясно и понятно. Все ясно и понятно. Друзья, напишите, как вас, короче, как ваших котов зовут, как вас говорят. Короче, ма, погнали, у меня там посылка пришла. Ма, главное, короче, не серчай, ма, главное, вот просто не серчай. Я уже пожалела, что пожелала с тобой. Ма, не надо. Людочка, здравствуй, ты такая красивая. О, нет, только не опять, только не Людочка, ну пожалуйста. Это все мат, все мат. Слушай, мат, так сейчас. Ма, ничего там, давай. Да, похавайте перед тем, как с тучкой говорить. Ну, все, похавал, оп, я схавал, давай. Людочка, говорите. Перегрессимся так. Здрасте. Итак, так, так, гламончики. Опять кто-то из вас заказал посылку. Да еще и на 100 тысяч долларов. Вы же думаете, Людка все может. Так, от кого же, интересно, очень коряво написаны две буквы? Мам, я смею предположить, это твой гламончик писал, как курица лапой. Или ты? Это ма, это ма. Не-не-не, у меня красивый почерк, просто орфографически приятный на взгляд и первый... Это ма, она, короче, знаете что, она вчера, короче, что-то нажралась, и, короче, Чё? Кого же жрала? И как написала, короче, как курица лапы, потом у нас, короче, начался мрачный замес, и я, короче, ма, в стенку. Ты что такое несёшь? Ты чего там написал, в детском садике или где ты там сейчас обитаешь? Не знаю. Ма, что такое вообще? Ладно. Что это опять? Ма, лаборатория? Заходи, посмотри, что зачем там. Вот это здесь стоит? Ма, это, короче, следственный экскремент проводить, чтобы. Поняла. Так, а что тут? Какие-то яйца опять. Ма, это, ну, короче, мультяшные коты. Ма, я, короче, развел и сейчас покажу всех видов мультяшных котов. Ма, убери в камере там. Что там убрать-то? Ма, заходи. Там никого нету, ничего не... Ну, все, отлично, следственный экскремент начинается, короче. Я не поняла. А что я тут делаю? Ма! Женечка. А? Ты хочешь получить бурятом? У меня он есть, я достану. Ма, у меня есть бумеранг. А у меня бурят. А у меня бумеранг. Ма! Ма, сюда! Ма, пожалуйста, выпусти, не надо. Выпусти, ма, ну пожалуйста, ну серьезно. Ну ладно, ладно. Давай ладно. По-человечески, по-дружески, ну серьезно, ма, ну ладно, ладно. Сейчас сначала давайте проверим, чисто одного из КПшечку дадим, ма. Так, ну-ка. Что за не давай мне их, зачем они мне? Я не заказывала, и подпись моя корявая, не моя под. Так, ну-ка, проверяем, давай, ма. Ну-ка. Оп. Пап-пап, уй. О, ой. Он тебя отцапает, отлично. Так, давайте отойдем. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Парарарам. Он зажрет меня. Парарарам. Барабарабабам. Так, все, бам. Все, тебе хана, котяра, получай. Ма, давай, гаси его, давай. О, видал силу бурята, зацени. Ладно, ма, выходи, сейчас будем проверять, ма, других СКП. Так, выходи, ма. О, отлично. Так, слушай, тут Людочка нам подготовила алмазики вон. Стак целый алмазиков. Нам надо сделать броню. Давай, мы пошли броню делать. Шикарно, я взяла целый. О, подожди, да там еще и лук и стрелы, да, всякое падение. Мне все это нравится. Мам, мне тоже все нравится. Так, забираем. Ма, ты что там все это утыришь? Ма, ты что, еще жмышечок, что ли, тот? Еще тот. С тобой это я еще тот жмышечок. А вы знали, что ма жмышечок, короче? Ма, знаешь, что такое жмых? Слушай, с кем поведешься, того и наберешься. Ма, знаешь, что такое жмых? Друзья, вы знаете, что такое жмых? Это ты. Маня, это ты. Короче, жмых это ма. Короче, вообще расскажу. Когда вы фрукты даете, от них, знаете, такая-то фигня остается. Это жмых, короче. Ма, это жмых. Знаете, вот когда Евгена давишь, его тоже жмых остается. Сейчас проверим, останется ли у тебя жмых или нет. Ма, я каждое утро жмых оставляю, ты выбираешь. Все, я не общаюсь с этим ребенком. Ма, что ты говоришь?
Бешеный, так что нам надо делать? Так, все, проверяем, у нас сейчас, короче, будет первый мультяшный кот, вообще макачок. Пойдем, заходим, сейчас будем с ним драться. Прекрасно, пошли. Обожаю качков, просто мой идеал мужчин. Так, Ман, ну что такое говорить? Так, ну-ка, итак, сейчас мы будем проверять. А можно мне... А, ну да, ты же вышел из творчества, ну ладно. Так, Ман, давай, все, воу. Ма, это котяра? Смотри, господи. Ма, посмотри на его мухарю. Ну нафиг. Ма, он идет прям... к тебе. Ма, давай, Ма, гаси его. Я такого качка не заказывала, извините. Ма, давай, гаси его. Стройные качки. О, нифига. Он сбежал. Он выбрался. Он сбежал. Открывай буря, там сверли, Ма, он сейчас город разнесет. Ма, давай. Подожди, режим питания. Ма, режим питания нарушать можно, когда очень осторожно. Давай, мы погнали, охотимся. Он здесь, Ма. Да блин, а что я сделал? Он всех раскидал уже, походу. Он выбрался из камеры. Ма, следственный, ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Он залез на камеру. Объект на камере, Ма, это СКП. Чё тут зомби забыли, алло? Ма, он превращает жителей в зомби, Ма. Серьезно? Да, он короче... Короче, он их гасит, и, короче, они превращаются в зомби, ребят, это капец, шо, куда, мир катится-то? Ой, Ма, он встал, нифига, смотри, какой жесткий вообще. Слушай, вот это... мне кажется, его не победить, он не победит. Ма, мне можно, кажется, короче. Слишком жесткача на. Поставить. Ой, Ма. О, вот это Кинг-Конг. Мал меня накидал, короче. Так, сейчас я телепортируюсь, короче. Надо было не сверлить камеру. Он теперь спокойно может гулять. Или нет, он застрял. Ма, гаси его, гаси. Он застрял и упал. О, отлично, так я пока подбираю. Выйди, подбираю шматейки. Скорее, пока он не встал. Ма, я одеваю шматейки. Ма, я модный сам на районе. Тебя что, раскидали, что ли? Ма, нет. Просверли эту стенку, он, может, пройти не может. Так а зачем? Смотри, я его потихонечку гашу. Он зарычал. Ма, у его они валят. Они все трассы побежали на него. Давай, Ма, давай, накидывай. О, нифига он. Слушай, я не знаю, что эффективнее, стрелы или... Что, все, что... И... Ой, Ма снова встает. Ма, гаси. Сейчас мы с ним разберемся. Да блин, еще эти зубы. Ма, давай, в зубы, Ма, давай, по зубатнику ему, давай. А чё он лыбится вообще? Чё ты лыбишься? Ма, ну он вообще лыбится, вообще круто. Ух, он зарычал. Он заразил меня, прикинь. Давайте, пацаны, гасите его. Ма, ты станешь зомби и все. Ой, Ма его повалил. Ма его загасил. Ебой! Отлично, все. Ма. Шикарно. Все, может, хватит. А Ма трясет губой. На. Ой. Ма, тебя забанил. Заходи, Ма. Помните этот баганный, короче, молот? Так, если еще раз так сделаешь... Ма, сейчас забанит. Он будет очень злиться. Ма, ты где? Ма! А Ма в гневе очень страшна. Ма, Ма, ты где там? Ма! Ма. Я себе захожу! Ма, вот и зашла, смотри. Ма, ты видишь? Что ты сделал? Ой! Нечаянно опять попал в тебя. Ладно, да сегодня... ты гонишь, что ли, хороший? Серьезно, я не зайти не успеваю, ты меня сердце банишь. Все, Ма, я, короче, Ма больше... Ты прикинь, это хаммер, бан-хаммер, короче, Ма. Знаешь такое, нет? Жбан тебе хаммер сейчас будет. Ма, не надо, пожалуйста. Давай, заходи там. О, Ма. Милый, что, Ма, привет. Так, следующего сейчас будем, короче. Так, ну что там? Так, выпускаем его прям тут. Ма, гаси, я побежал. Да почему я опять? Ма, гаси его, гаси. Во. Фу, это же крипера кот. Кота крипер. Он криперов выпускает маленьких, которые сейчас, походу, будут бом-бом делать. Ма, вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом, понял, нет? Да, согласна полностью, когда ясно завтра. Ма, давай его уводим из-за двора, уводим его со двора. Интересно, крипер будут делать бом-бом? Ой. А, походу, делают. Ма, давай, гаси их. Так. Ой, куда он прыгнул? Куда? На меня прыгнул и лопнул. Смотри на него. Смотри, ага. Он готовится. Ма, он готовится. Слышь, смотри, такая башка торчит. Ма, страшно, нет? Страшно, как будто кокешка из унитаза выглядывает. Ма, в натуре. Кстати, знаете, когда Ма сходит, там такая же в унитазе, короче. Ты не видел. Не Ма даже не смывает никогда, короче. Так все гасит. Да, готовлю для тебя, чтобы ты зашел. Ма... Ой, все, начинается, Ма, отходим. О, нет притяжения! Ма, пока! О, нифига, Ма выжила. Я вырвалась. Офигеть, Ма, вот это кота крипер, крутой, да, мне о, нравится. Там осталось яйцо, давай его изничтожим, погоди. Давай, Ма. Вау. Слушай, Ма, так. Ну мы крутые, короче, ой. Осталось, надо выбраться, погоди. Ма, давай, короче, выбирайся, все, вперед. Следующего СКП, Ма, СКП. Да КП, кого КП, блин, СКП, а сейчас... Ма, будет. Это СКП сейчас... Ма, ты где там? Ма!
Ну, где? Кого КП? Хватит. Ма, ты где? Слушай, я легче тепну, чем из этой ямы вылезу. Ма, ты через яму не можешь вылезть? Ма, ну ты и нубик. Сейчас, смотрите, в маму сейчас попаду. Оп. Знаешь, как сложно из ямы выбираться, когда какой-нибудь говнюк тебя туда засунет, извините. Ма, ты че? Смотрите, ма понесло. Ма на болевшем, короче. Так, все. Так. Короче, ставим, ставим. Рассказывай, короче, историю ма. Короче, у ма, знаете, что случилось? Короче, вот. Так, и что у меня случилось? У меня все прекрасно. И ничего не случилось, прекрасно, все, мы оставим. Смотри, ма, какой кот. Во, повернись к нам литиком. Ма, посмотри на его литика. Ой-ой-ой, коты, что? Коты. Что? 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 У меня глюканы или это коты? У меня глюканы. Ма, у тебя глюканы. О, смотри, у него аж руки выросли еще. Ма, гаси его. Вообще-то у него были руки. Ой-ой. Офигеть. Он меня ослепил, отравил и прижал. И все, я походу у меня... Ой, ма, все, тебе крышка, да. Короче. Надо выбираться, ребят, нельзя оставаться в этом положении. Давай, ма, так. Давай, давай, оп, 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 оп. Двигаемся вперед, только вперед. Так, все, ма, я давай, вышла. Давай. Ма, слушай, я вылезла. А где он? Где он? Ты видишь его? Нет, я вижу только фантомов. Вот он, вот здесь. Вот, вот, он разделяется на несколько фантомов. Гаси, гаси его, давай, о, сверли, оль. Ой-ой. Оль, ма, он меня тоже слепил, так, я отбегаю. Он меня отфигачил, и я все свои шматеечки пороняла. Офигеть, он лютый. Ой-ой-ой-ой, я без броньки вообще не защищенная. Где она валяется броню. На дороге где-то? На я дороге ничего не вижу, у меня слепота еще одну секунду. У меня тоже слепота от кота. Ма, давай подбирайся свою. Слепота от кота, ребят. Вон он прыгает, ма, на батуте, смотри, на батуте прям. Тут дурак, вот и пусть он прыгает, короче. Ма, что такое говоришь, короче? Так, ну-ка, все, я беру. Режим питания нарушать нельзя, все, Дим, я ем. Бурятик, бурятик, главное бурятик и стрелы с луком, блин. Так, давай. Я режим что... питания нарушать. А где он? Я что-то не понимаю. Вон он, вон он, вон он, вон он. А, давай, с тобой мы... рядом ой, бежит. У меня опять ослепил. Рядом со мной. Ма, ты видишь его? Я вижу, он рядом с тобой прям тусуется. Теперь рядом со мной. Вон он, давай, гаси его. Давай. Ой, я опять стрелами в него попасть. Опять блин, клоны. Эти эндеркоты, клоны, вот эти меня бесят. О, давай, давай, давай. Слушайте, ну так. Это самый сильный, по-моему, кот мультяшный, да, ма? Ну, это какой-то вообще мутант непонятный. Страж у меня спрашивает, как ты сегодня? Как, ма, как ты сегодня? Рассказывай. Ма, говорите, не молчите. Как вы сегодня? Я сегодня прекрасно купила кучу новых себе салфеток для того, чтобы... О, все, маму загасили, так тикаю. О, сейчас он лопнет походу. Он меня затянул, затянул, колбасит, колбасит, идите. Вау. О, рассыпался на несколько каких-то непонятных штук. Они меня до сих пор тянут. У меня тоже. Ой, ма, меня загасили. А меня нет, я жива, прикинь. Нифига, ма. Так, все, я подбираю. Живучая себе. Ма, да? Да ма вообще пипец живучая. О, господи. Так, ну что, у меня... Вы просто не представляете, насколько ма живучая. Если бы вы бы знали, ма, можно сказать, в казино каждый раз выигрывает. Ма, короче, любит играть с огнем, друзья. Знаете, как ма любит играть с огнем? Вы просто не представляете. Обожаю просто. Выигрываю каждый раз, ребят. Ну не выигрываешь, ма, я бы так не сказал. Так, короче, значит, ма как бы так поджаривается каждый раз. Ладно. Да, а что там, есть что еще? Так, сейчас смотрим. О, что это такое, ма? Сейчас, ну-ка, сейчас посмотрим, ма. Ну-ка. Ну-ка. Так, бука. Ну-ка, ну-ка. Сейчас посмотрим, ма. Ну-ка. Ну это обычные мультяшные коты. Ма, посмотри, какие милашечки вообще. А, ну да, они ничего не делают. Они просто гуляют. Ма, ну они страшные, пипец вообще. Ну, у них рот, как будто они варенье поели. Или что там? Вау! Ой, ты чё толстяк на меня? Ты ма, смотри, какой милый мультяшный кот. Ма, гаси. Ты Жоборов, иди отсюда нафиг. Ма, ты чё, давай, гаси их, давай, ма. Ну, милых мультяшных я не хочу гасить. Милых не гашу никогда. Ма, вот гаси их, сейчас они тебя сожрут. Ма, сейчас сожрут тебя, гаси их. Да погоди, ладно, если нападают, значит, тоже надо идти в атаку. Сейчас, давай, секунду, ма. Поем. О. Всё, слушай, погнали, ну прикольные, погнали. Да, прикольные. Слушай, ма, сильные. Так, давай, 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 давай. Помогай мне, что встал-то, куда ты побежал вообще? Ма, я смотрю, ма, я снимаю ТикТок, короче. За ма гонится мультяшный кот в реальной жизни. Снимаем ТикТок, так, ну-ка. О боже, в реальной жизни со мной. Вот интереснее бы ТикТоки вышли. Ма, так, все, выходим. Так, а эти стримы, вот эти мирные вообще. Слушайте, вот мы нашли. Мирные, пусть ма, посмотри, какой рот. Ма, они варенье объели, смотри. Я не думаю, что это варенье, я думаю, что это, ну... Ма, ну-ка лизни. Ма, поцелуй его в губёслы. Ты чё, дурин, чё не нужно? Ма, в губёслы его чмокни. Я не буду... Ма, вот эти в губёслы, прям нет, к зубу. Нет, фу, он ещё, сейчас... Подожди, а чё у него на голове, погоди? Ушки, ма.
Не, погоди. Ушки. Это розовые, это уши? Это ушки, видишь, мам? Ушки. Поцелуй его в ушки. Поцелуй его в ушки. Сейчас, о, узкий поцелуй. О боже, как же ты любишь этих СКП котов. Так, ма, я люблю котов. Сейчас, смотри, да, сейчас я вглубил слово. Ма, вглубил. Фу, ма, ну СКП котов я люблю. Это мой любимый СКП вообще. Кстати, друзья, кто не знал, мой самый любимый СКП — это, короче, мультяшные коты. А кто у вас? Может, сиреноголовый, может, скромник. Ма, какой у тебя любимый СКП? А, мой любимый СКП — это, наверное, кофе Нескафе. Нескафе, я кофе еще не пью вообще. Ты знали, это статуя. Да? Статуя, скульптура, ма? А знаешь почему? Потому что мне в детстве рассказывали историю про один цветок, так, который убьет тебя, если ты повернешься, и если ты будешь идти прямо-прямо и не обернешься на него, ты пройдешь свой путь, а если обернешься, то тебе хана. Ма, что такое рассказываешь, ма, что страшил? Ма, хорош тут, ма, запугивать, что запугиваешь, ма? Ма, что стращаешь, ма, не стращаешь. Что страшно? Есть такой цветок в лесу, ребят. Ма, я испугался, даже... Не оглядываюсь. Ма, я испугался даже... Короче, значит. Ага, понятно. Короче, дорогие друзья, вот такая вот была серия, мы показали вам различные виды мультяшных котов. Ух, мой хороший, мультяшный, ма. Да, они еще и черные, как у меня черный кот, короче. В общем, дорогие друзья, ставьте лайк. Да. Да, ребятушки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и всем пока-пока-пока. Да, все, всем пока-пока. Ну что, будешь по губам получать? Давай, ма, давай. Ага. Блин, оп, не Натя, будешь Натя, получить. Натя, 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 креативе, а завтра будешь в могиле, понял? Ма, да ты сейчас креативе, а завтра будешь в могиле. Ма, я сейчас забаню, оп. Оп, ма, забанили. Ты что, офигел, что ли? Ма, тебя забанили. Я с тобой больше не играю.